все, короче. Еще один рабочий день. Прорываемся сквозь мелкий лед. Плываем. Едем ставить сеточку. Полетели! Будем прорываться. Какие дела? Еще лед на Амуре стоит, а мы уже прорываемся потихоньку. Какие у нас тут суровые условия. Капкан. А вчера этого не было. Аж лодка поворачивается. Завал. Друзья,
закидываем нашу снасть. Ах, бля. На лодке вообще тяжеловато все болтается. А тут в озере лед стоит. Он может пойти в одну или в другую сторону. И унесет все сетки. Сбрасываем. Пешком? Закрыто? Давай груз, отряй. Опа. Все. Одну закинули. Дай бог, чтобы... Так, ну что, надо вторую ставить. Сетка. Все, горет бушен. Погнали. Трещи. Еще лед стоит на озере. Тепло на улице. Сеточка все спускается потихоньку. Трещи поднимается. Скоро амур пойдет. Все. Сеточку забросили. Такой вот у меня друг здесь в деревне ждет. Ждет меня всегда. В гости. Большой. Большой, огромной собачки. Да? Как у тебя тут дела? Хорошо. Вот таких надо друзей, друзья, иметь. Самый лучший друг. Верный. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно комментарии, делитесь нашим видео в соцсетях. Всем удачи и добра!